первый раунд. Что, первый раунд? Поехали. Довольно широкая стойка. О, хорошо встречает Бондаренко, попадает с ноги. Артем проходит в ноги. Ну, в принципе, перевод. Правильно, да. После пропущенного надо немного восстановиться, реабилитироваться в партере. Обходит ноги, пытается занять сайт. Советует из угла Артему тянуть соперника к сетке. Есть захват шеи. Но пока ничего опасного. О, фиксирует ноги. Незавидное положение сейчас у Бондаренко на самом деле. Там захват шеи. Не думаю, что это будет опасно для Артема, но... Да, контроля ногами нету. Встает. Неплохо встает, неплохо. Встает. Опять перевод. Артему надо немного плотнее к нему прижаться, правое бедро плотнее поставить. Захват шеи, думаю, мешает Артему занять позицию, неудобный. Пока идет суета в партере. Вот, есть боковой контроль. Возможно, будет пытаться зайти в маунт. Да, есть. Не дает. Вот сейчас отлично возможно для треугольника. Фирменный треугольник Артема. Он так на ММА Series побеждал в прошлом году. И сейчас мы видим есть то же самое. Скорее всего, это конец. Бондаренко терпит, защищается. Терпит. Надо тянуть голову на себя. Можно показывать удары снизу. Бондаренко хорошо терпит. Душит. Треугольник еще не до конца закрыт. Плотный захват там есть пространство для дыхания, да. Лукьянову надо было бы немного докрутиться в левую сторону. Показывает, что все отлично. Артем Бондаренко показывает большой палец, терпит. На самом деле сейчас захват не закрыв плотный до конца треугольник, но у Лукьянова левая затекают ноги. На левая самом деле, ножка это... не слишком низкая, есть пространство. Да, дырка есть, поэтому удушающий не идет. Подсказывает сваливать. Бондаренко в данном положении надо пытаться выпрямить осанку, достать голову, но пока у него это тоже не выходит. Лукьянов мог бы снизу показывать удары, в принципе, положение у него для этого нормальное. Может, неплохо отработать хаммерфистами. Есть удары. Пропускает он. Захват распущен. Артема начисляют. Спасается в борьбе Лукьянов после пары пропущенных. Бойцы опять немного подзадышали, но неплохо выходит на этот захват Бондаренко, но нету контроля ногами, поэтому на самом деле опасность удушающего, ну, не сильно велика. Но Артем очень опасно входит, отдает шею. Просто я думаю, из-за неопытности Бондаренко, тем более он, насколько известно, боксер. Не получается у него завершить этот прием. Но первый раунд очень тяжелый для Артема. Он побывал, я думаю, в состоянии гроги, да, неоднократно. Посмотрим. Посмотрим, как бойцы восстановятся во время перерыва. Второй раунд. Но стойки Бондаренко опасны, конечно. А, Артем пропускает стойки. Опять он пропускает эти прямые удары. Будет стараться входить. Ниже, да-да. Пустись, вот и сюда. Не проваливайся. Опасно для Артема. Опять. Словил колено. Есть там король. Сам попадается на треугольник Артем. Пытается слэмить. Захват. Сейчас разорвет захват. Скорее всего, выйдет. И будет переходить в боковой контроль. Есть. Надо забирать спину, но не торопиться. Вот. Заправляет ножки Артем. Растянуть ему руки надо соперника. Руки в подмышки растянуть, добить отсюда тишину. Остановка. Остановка боя. Да. Итак, уважаемые дамы и господа, в первом поединке сегодняшнего вечера на первой минуте второго раунда победу техническим нокаутом одержал Артем Хандер Лукьянов! Поздравляем Артема Лукьянова. С нами рекорд 7-7 он провел, это его 15-й поединок. Держит идеальный баланс. Да, 23 года всего спортсмену, и это его 15-й поединок. Он всегда принимает бои там за 2 дня, за 3 дня, за час, и не без разницы. Он дерется со всеми всегда, везде, в любом бою. И главное, что ты заметил, никогда не бывает скучно. Да, очень яркий боец. Но соперник у него тоже не подарок. Да, вот показывает нам нарезки, пока перерыв боев на ваших экранах. Первый бой, яркий тоже, помню его, вот попытки. В общем, соперник его тоже, Абдулманап Магомедов, представляющий PHK Bahrain. Профессионалов